Привет, меня зовут Олеся, вы на канале Зорьки. И сегодня мы хотим обозреть несколько работ, которые нам присылают с символом года. У нас уже февраль, как бы на дворе 2 месяца Нового года прошло, а нам все продолжают присылать очень красивые работы. Сегодня у нас от Лизы Кадолич, семиклассницы из Вереснинской школы, такая вот замечательная хрюшка, нам очень понравилась. И такая вот хрюшка от Даши Дорожко, тоже семиклассницы Вересницкой школы. Но особенно нас поразила подделка от Амуры Курочки из Скидерской школы, третьеклассницы, которая прислала нам такую замечательную свинку, такого вот поросёночка. И написала в письме, что зовут его Хряк. В еде и содержании он неприхотлив, и неудобств он вам не доставит. Он связан из ниток крючком, очень мягкий и уютный друг. Он и вправду очень мягкий и уютный. И живет он в ее домике, а теперь будет жить и у нас. Вот, он нашел у нас место в редакции, мы его все очень полюбили. Так что присылайте нам свои подделки, радуйте нас своими хрюшками и другими персонажами забавными почаще. Сегодня с нами была Зорюшка. Напоминаю, что это наш travel-блогер редакционный. У нее есть Instagram, Зорька Газета. Подписывайтесь, пожалуйста, ссылка будет в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь.